и ботиночки купить. Ботинки на высокой платформе. А вот гетто. Гетто. Вот эти серые. Гетто. Кимоно и этот. Я такую тему хочу. Короче, ботиночки, туфельки из всяких аниме. По всей видимости. Пишешь, парики. Да? А вон там, мне кажется, у тебя материал. Пошли чинить. Вот ты, Кимасен. А, ну вот, это, вот. Это просто какие-то парики здесь. Смотри, это настоящие волосы, да? Да, выглядит натурально. А во, а, ниндзя. Пластиковый, правда. Это, наверное, для косплея, скорее всего. Да-да-да, вот марикопарус. Такой небольшой магазинчик для косплееров. Визитки косплееров? Угу. Он европейский лиц. Френдо. Сука. Буси. Он, смотри, лайн есть. А, ищет друзей, ребят. Френдо Босю написан. Вот, смотрите, кто хочет завести себе японца-косплеера, друга или подружку. Вон у них тут есть в Твиттере. Адреса скайпа. Девочки даже какие-то есть симпатичные. Твиттер. Архив. Лайн. Скайпа нет, наверное, да? Вот. Находите друзей по переписке. О, смотри, какая прикольная визитка. Психо. Психо пас. Психо. А, нет, смотри, одна и та же модель. Да, ничего, так симпатичные. Туфельки, сапожки. Вот эти ботиночки, все. Сапожки. Это маленький. Что, маленький размерчик? О! Да? Здравствуйте. Да. И вам привет. Сергей Николаев. Так точно. О, звезда. Ну, тех, наверное, кто увлекается более-менее, то да. Ну, мы тогда как раз снимаем всякие вот эти эротические магазины, использованные трусики там и так далее. Нормальный фильм. Нет, у нас легкий тур. А у вас что? Легкий тур. А, легкий тур. По косплею, косплеем увлекаетесь? Нет, мы... Она вообще нет. Я вообще нет. Я зашла посмотреть, что это такое. Ну ладно, удачи вам. Удачи. Ну что, Серёг, это успех.